этом видео я создал новый аккаунт и сыграл дуэль против Вели с читами. Но на самом деле совсем все по-другому. В этом видео я притворюсь читером и сыграю дуэль против Вели. И всю игру он будет думать, что я играл с читами. Я ему сказал то, что я создал новый аккаунт, потому что все предыдущие мои аккаунты были забанены. Но самый прикол в том, то, что это абсолютно новый свежий аккаунт. Тут нет ни одного сыгранного матча. Тут всего 6,5 часов. И этот аккаунт совершенно пустой. И на этом аккаунте действительно мог играть читер. И поэтому он будет думать то, что против него играет настоящий читер. И давайте так, если же этот ролик собирает 2000 лайков, то я продолжаю и дальше выпускать такую рубрику. И притворяться читером против ютуберов. Я думаю то, что 2000 лайков поставить вам не сложно. И просто, братишка, возьми, спустись и поставь лайк. Это всего лишь одно действие, но этим ты сделаешь очень хороший подарок мне. И также не забывайте подписываться на канал, мы идем к 300 тысячам подписчиков. Спасибо огромное, если ты уже подписан. И знаете что? Мне по-любому придется выиграть эту дуэль, потому что эта дуэль будет на бан моего аккаунта. То есть, если я проиграю Вели, то мой аккаунт навсегда забанят. Ну а я желаю приятного просмотра, и мы приступаем к самой дуэльке. Так вот нашпиговываем их. На, нафиг. Брат, меня забанили, мне забанили все мои аккаунты за читы. Мы будем играть дуэль против читера. Короче, давайте так. Если я в читера выигрываю, я его баню. Читер предложил сыграть дуэль. Внимание, какие у нас условия? Мне читер предложил сыграть дуэль. Какие у нас условия? Если читер мне проигрывает, если я выигрываю читера, я баню его аккаунт. Если он выигрывает, то я не баню его аккаунт. Договорились? Договорились. Спасибо большое. Пиар можно, конечно, брат. Договорились. Не, пацаны, по-моему... Договор. Ай, ребята! Давайте реально глянем его профиль, посмотрим, что у него. Итак, у него... вообще нулевый аккаунт, дядя! Вообще у него... реально? То есть реально он создал новый аккаунт, потому что его все аккаунты были забанены, поперебанены. Ни одного матча, ничего. Всего 5 часов в игре, 0 матчей вообще отыгран. То есть это первый матч он играет со мной, понимаешь? А что у него по скинам, maybe? Помните, у него 5 часов было. Это чтобы купить новые скины, брат. Только ножичка его нету. Ты что делаешь, дядь? А как он вот так вот сделал и меня забрал в голову? У него автонаводка, похоже. У него, похоже, реально автонаводка. Когда обнова, скоро патч выйдет, а после патча обнова. На нафиг! На нафиг, софтер, ну что ты думал против Велясика драться? Да против Велясика любой софтер бибу сосет, понимаешь? На нафиг! Первый раунд есть, пацаны, первый раунд есть, все хорошо. Слушай, нифига себе, я прям навелся ему в голову, рили. Он опять невидимость свою юзает, или он по текстурами? Да где ты нафиг? Я тебе отвечаю! Вы его видели? Я его не видел, вы его видели?
он на карте не отобразил! Он на мини-карте не отобразился, понимаешь? У него... сюда! Он на мини-карте не отобразился, я тебе отвечаю! У него типа антирадар, я вообще хз. Смотри, смотри. Да блин. Все, ребята, просто нагинаем читера. Почему он не засвечивается на грёбаном радаре? Вы видели, когда он выходил на ноге, он не светился на радаре. На, поджарь попочку! А! Ты угораешь, дядь, ты угораешь! Ну я же не Сэм-40! Я же не Сэм-40, зачем я прыгнул, алло? Смотри, смотри, просто беру так вот. Три. Сюда, ребята, ну все. Чей-то аккаунт отлетит, 100% инфа. Чей-то аккаунт отлетит, чуваки. Где у меня смог? А. Опять вот эти ваши приколы, типа, с пингами, с телепортами, да? Да я его даже не видел! Ой, господи. Это было легчайшее. Пук-пук, стринг. Годен на один или больше. Да как? 794 740. Он даже не выстрелил!
Ну куда ты, дру, алёчи, куда ты? Смотри, просто обовинский стайл! Да ну это... Ну всё, ладно, забейте, пацаны. Просто ни разу не попал, малышечка! Ни разу не попал! Дядь, вообще ни разу... Вообще ни разу не попал, прикинь! Не дай бог, не заходи, я еще не одет, не заходи. Братик, а что? А как? А что, уже не получается? Теперь берем пиу и залетаем вместе. Пятьдесят восемь, да ну нафиг, я ж нормально выстреливал. Ну хоть раз прострелом-то дайте кого-нибудь убить, блин. О, на нафиг, роднулечка! Чухай, 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 брат, чухай. Чухай, пипиндрей. Пипиндрей, чухай, брат. Только не говори, что он в кармане. Тихо, он с дробовиком. Мне! Мне капсда! Мне капсда! Братишечка, пора бы тебе в бану идти. Итак, ladies and gentlemen, профиль, айдишечку копируем и заносим чувачочка в бэн-лист.